вот и капитан Крюк. Нравится он вам, ребята, или нет? Нет! Нет! Эй, где ты там? Потише! Твоего мнения никто не спрашивал. Ну вы, мерзкие гадины, что тут у нас, а? Похоже, принцесса Тигровая Лилия заглотила последнюю наживку. Два дохленьких малыша. Неужели они стоят того, чтобы ты лишилась из-за них головы, а? А ну отпусти нас, противный старикашка! Ух ты, мой милый мальчик, это все, на что ты способен? Оу! Слушай, Питер Пен будет здесь с минуты на минуту, и уж он тебе покажет! Ты сказал Питер Пен? Да, он наш новый лучший друг, и он спасет нас от тебя! Наконец, у меня появился шанс поквитаться с Пеном. Хватит ему радоваться. Отведите их в пещеру скелетов. Я разберусь с ними позже. А сейчас они будут нашей приманкой, чтобы я, наконец, вонзил свой крюк в этого отвратительного Питера Пена. А вы, презренное сборище ничтожеств, вы тоже не стойте у меня на пути. А это что за звук? О, нет. Только не это ужасное тиканье. От него у меня по коже мурашки бегают. Почти так же, как от слов Питер и Пен. В одном предложении. Как бы я хотел... Как хорошо, что я могу это сделать. Ему надо время от времени затыкать рот, верно, ребята? А знаете, что это за тиканье, о котором он говорит? Сейчас я вам расскажу. Однажды, во время битвы, Питер Пен одним ударом меча отрубил крюку руку и скормил ее проплывавшему мимо крокодилу. А еще он скормил крокодилу будильник, который тикал так громко, что его было слышно за много миль. Так что каждый раз, когда крюк слышит тик-так, он совершенно раскисает. А поскольку крокодилу капитан Крюк понравился на вкус, то крокодил очень бы хотел добавки. Оказаться сейчас где-нибудь еще. О, как я ненавижу этот звук! Может быть, это не крокодил? Может быть, это кто-то другой? Дети, скажите, это крокодил? Да или нет? Вы уверены? Ладно. Давайте посмотрим, что это может быть.